Укладываем пол в нижней части помещения. На пробковую подложку стелим трехслойную паркетную доску цвета табак. Верхний слой из массива дуба. Благодаря удобному замковому соединению с монтажем пола легко справится даже один человек. Антресоли будет еще и потолком над барной стойкой, поэтому первый слой паркетной доски укладываем лицевой стороной вниз, сверху лист фанеры. Затем подложка и та же паркетная доска, но уже лицевой стороной вверх, цвет дуб табака.